Мастер-класс, посвященный кино, провела молодежь Мариэл на выставке форуме «Россия». В эти дни там проходит неделя регионального кино. В один из дней гостей марийского стенда обучили азам актерского мастерства, поделились секретами видеосъемки и монтажа. Мастер-класс «Кино на коленке» провел актер и режиссер Денис Шаблей. Он показал зрителям свои фильмы, а после вместе с ними воспроизвел несколько сцен из кинокартин «Ирга» и «Не Иван» или «Как приручить богатыря». Готовый результат показали на большом экране. Я могу помочь тебе, но не сделаю все за тебя. Иван, не забывай, кто ты, потомок Анара. Ты – это я. Поверь в себя, и я буду с тобой до конца. Также Денис пообщался с гостями выставки, ответил на их вопросы. По словам экскурсоводов, большой интерес к теме регионального кино проявляют как дети, так и люди старшего поколения. В течение недели в стенде нашей республики будут показывать отрывки из фильмов, бэкстейджи со съемок, в производстве которых участвовали наши земляки – актеры, режиссеры, сценаристы. Также они расскажут о развитии регионального кино, о том, как продвигать себя начинающему актеру и не только.